Всем-всем здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие. Начала себе делать драники. Натерла картошку, но эти же унюхали, извелись прямо все. Ну вот как их не угостить? Вот Вигуся и Донечка, это вот самые картошные животные. Ну мать же ничего вкуснее редьки не дает. Вон Донечка аж схватила. О, этот Фионок микроребенок, не знаю зачем, но тоже надо. Буся, Бусечка. Скажи, какие фигня какая-то. Мать скажет, ты чё? Правильно, Бусечка, умничка. Говорят, что картошку собакам нельзя, она у них не переваривается. Вот я по чуть-чуть даю, господи, каждому по ломтику по-маленькому. И ничего страшного ни разу не было, ничего не происходило. Так что, на. Где? Ну как же им можно отказать? Особенно, когда вот такой стойкий она стоит, стоит прямо вся. Сейчас, Донечка, еще тебе одну долечку и все. А малышня давать не буду. Не буду, мама жадина. Мама жадина. Ну вот это тоненькое, да, пальцем прилипло. Вот такие они смешные. Вроде бы оно им зачем надо, но очень надо, да? И потеряли тут даже. Малыши-то похватать похватали. А что это, зачем оно? Совсем и непонятно, да? И не вкусненько совсем сроду, скажите. Я попозже вам морковочки дам. Конечно, конечно, дам морковочки. Вот они. Бусюсик слопал или у тебя забрали? Как оно там? Слопали или забрали? Ой, а шейх как спал, так и спит. Говорит, фигню какую-то там делят. А это маленький ломтик подобрала и довольная, довольная пошла. Да? А ты скажи, мамка, давай найти нам мясо и морковку, да? Это гораздо вкуснее. Дам, обязательно, обязательно дам таким мордодулькам. Красивулькам мордодулькам. Донечка, последний ломтик тебе втихаря дать. Давай, последний ломтик только тебе, Дудонька. Лысенька моя, вот так вот. Вот, такие вот они смешные. Нам всем желаем хорошего-хорошего вам днёчка и прекрасного вам настроения.